В общем, снимаю очередное видео. 2 года назад я снимал здесь видео, когда увидел протечку, утечку, слив какой-то крашеной жидкости в Дон. И вот, смотрите, снова. 2 года назад прошло, я вызывался до МЧС, и надзор, и полицию. Все вроде фиксировали, но на этом все забыли. Смотрите дальше. То есть, мало того, что тут бардак, снова из трубы течет красная жижа. Купаются дети, кайфуют все, рыбаки сидят. Короче, вот это дерьмо из трубы течет. И, в общем, там есть предприятие метров 100 отсюда, может быть, даже 50. Мне кажется, все-таки это они сливают. Но то, что народ, да, в Ростове-на-Дону забивает на это все, это очень плохо. Кто заинтересован, да, в чистоте нашего Дона, сделайте репост и поотправляйте это в различные СМИ. Адрес находится Береговая, 73. Вот. Мне кажется, это оттуда стекает вот эта вот жидкость. То есть Дон окрашен метров на 5-6 в глубину и в ширину, ну, метров, наверное, 20.